Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта военноедело.ком. В 128-й бригаде ВСУ зреет бунт из-за отведения войск в Донбассе. Как сообщает информационное агентство «Новороссия», в пресс-службе командования ДНР сообщили, что часть военнослужащих 128-й отдельно горно-штурмовой бригады ВСУ выражает открытое недовольство факту отвода войск от линии соприкосновения. Боевики называют решение командования предательством. В сообщении ДНР также отмечается, что большинство из недовольных украинских военных являются выходцами из западных областей, в которых, как известно, сильны радикальные и националистические настроения. Сообщается, что командование бригады для разъяснения подчиненным решений Киева привлекло даже военных капелланов. Также сообщалось, что согласно приказу командования в районе Золотого было сооружено колючее заграждение для изоляции солдат ВСУ от групп украинских националистов. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.